Привет! С вами Самойленко Галина. Сегодня у нас интересная тема. Мы будем говорить о заработке в интернете криптовалюты биткоин. Почему именно биткоин? Именно этой криптовалютой сегодня можно уже расплачиваться за товары и услуги, о чем нас оповещают таблички, где написано «Мы принимаем биткоин». Наверняка кто-то из вас не знает, что такое криптовалюта. Вы всегда можете обратиться в YouTube и найти достаточно много информации о криптовалюте и именно о биткоине. Я лишь хотела бы напомнить немного о курсе биткоина за несколько лет. Как мы видим на графике, есть показана именно цена биткоина, как она возросла в период с июля месяца 2017 года и по нынешнее время 2018 года. Сегодня его цена чуть больше 6 тысяч. Но совсем недавно он стоил 19 тысяч долларов. Давайте проследим курс биткоина за несколько предыдущих лет. И за всю историю существования криптовалюты биткоин было не один случай, когда он терял более 40% своей стоимости. Однако он всегда восстанавливался впоследствии и рос в своей цене. И обратим внимание, что июнь-ноябрь 2011 года он стоил 32 доллара и опустился до 2 долларов. То есть его цена упала на 94%. Но уже в июне 2012 года цена уже возросла до 7 долларов. В 2012 году у него небольшой был рост. И опять же он опустился в цене. В апреле вновь с 4 долларов он поднялся уже в 2013 году до 266 долларов. Я обращаю ваше внимание именно на то, какая цена была в том году. С 266 долларов уже в 2013 году он был 1000, больше 1000. И каждый раз опускалась вновь его цена, он вновь падал в своей цене и опять подымался. И в сентябре он уже стал 5000 стоить. Затем снова опустилась цена. И поднялась она уже в январе 2018 года до 19 тысяч. И в июне месяце уже порог был до 5700, то есть на 70% упала цена биткоина. О чем это говорит? А это говорит о том, что самое время покупать биткоин. Мы можем проследить такую тенденцию роста и падения курса биткоина и определить время, когда нам будет выгодно купить этот биткоин и в дальнейшем уже его продать по более высокой цене. Мы можем, естественно, его просто купить и положить к себе на кошелек биткоин и ждать, когда вырастет цена биткоина. Но можем мы эти биткоины увеличить в количестве и уже продать их по хорошей, очень высокой цене. Как говорят эксперты, в 2020 году его цена должна возрасти до более чем 27 тысяч. Конечно, предсказывать будущее сложно, но одно достоверно известно. Если фондовые рынки пострадают в ближайшем будущем, о чем мы видим очень много информации в интернете, то цена на биткоин, как на альтернативную валюту, может очень сильно взлететь. И, скорее всего, стоимость биткоина будет продолжать непрерывный свой рост. И на сайте, который вызывает доверие, мы можем посмотреть курс биткоина на 5 лет вперед. Мы можем посмотреть, в какой цене будет биткоин в этом году и какая цена его будет уже через год. Обратите внимание, июль месяц 2019 года – это уже 10 799 долларов за один биткоин. Поэтому момент покупки биткоина сейчас самый выгодный. Поэтому именно сейчас время покупать биткоины – вкладывать их в разные проекты, где можно будет увеличить количество этих биткоинов. И уже через год можно будет их продать и купить, планы осуществить. Поэтому я сегодня буду говорить именно о сообществе SoftCash Club, который открылся 14 октября 2017 года, где есть маркетинг. Это линейные делящиеся очереди по 8 позиций. Очереди заполняются позициями партнеров, реинвестными позициями и техническими позициями, которые помогают всем участникам. Технические позиции в реинвест никогда не идут, чтобы не расширять структуру. И давайте же рассмотрим именно таблицу прибыли при определенных условиях. Мы будем рассматривать, когда все участники приглашают только два партнера единоразово и буквально все покупают только маленький вход за 100 тысяч сатошей. И в этом случае уже на четвертой неделе придет вам первая прибыль, которая будет в 3 раза больше, чем стоимость этого уровня. И в дальнейшем каждую неделю у вас поступает прибыль на первом уровне.
И затем из прибыли уже по маркетингу будет куплен следующий уровень, второй. И в дальнейшем у вас будут работать несколько источников дохода, подключаются новые и новые уровни. И таким образом за 12 недель при приглашении всего лишь 2 партнера у каждого и личном вложении средств 100 тысяч сатоши, прибыль составляет 0,717 биткоинов. Если мы умножим хотя бы на сегодняшний курс, это 6 тысяч, это уже будет более 4 тысяч. Ваше вложение в долларах составит 6 долларов, а вы получаете через 3 месяца уже более 4 тысяч. Я думаю, это отличные капиталовложения. Но стоит ли продавать такие дорогие биткоины, которые растут еще и в цене? Можно еще подождать и продолжать дальше же работать. Сколько же нужно участников для того, чтобы двигался этот маркетинг и приходила такая прибыль? Давайте рассмотрим, сколько нам нужно приглашить в сеть партнеров. Оказывается, каждому участнику всего лишь навсего нужно пригласить только 2 партнера в течение недели один раз. Но кроме маркетинга и прибыли по маркетингу, в сообществе есть еще дополнительные подарки. Это каждый участник после начисления первой прибыли выбирает себе подарок. Он может выбрать лицензионную программу для компьютера или 0,1 биткоина. И присваивается в кабинете номер получения такого подарка, в порядке очереди получает человек. Как только он получил такой подарок, он может выбирать следующий подарок. Эти подарки многократные. Если люди очень активны и приглашают много партнеров, в этом случае они могут получать матчинг-бонус за каждого приглашенного. И он составит 100% стоимости уровня. И бонус будет начисляться в момент, когда ваш приглашенный получает вторую прибыль за закрытие уровня. И на 7 уровнях такая прибыль матчинг-бонуса составит 1,093 биткоина. Это отличные деньги за то, что вы пригласили партнера в это сообщество. А также для тех людей, которые сегодня, к сожалению, не могут разобраться, что такое криптовалюта, но хотели бы уже участвовать в каком-то бизнесе, есть возможность начинать именно бизнес на стартовой площадке именно с долларов, где можно сформировать уже свою команду и вместе с командой запланировано перейти на заработок в биткоин, где будут у вас подключены уже 2 площадки для заработка, одна в долларах, другая в биткоинах. Какие же выгоды для каждого участника клуба? Это низкий порог входа в бизнес. Это 100 тысяч сатошей. На сегодняшний день, повторю еще, это 6 долларов. Это многократные подарки, которые вам начисляются в вашем кабинете. Это бонусы за приглашение партнеров. Это прибыль от майнинга, так как в сообществе существует еще программа майнинга, которую можно загрузить на свой компьютер и создать еще дополнительный источник дохода. Нет ограничений по регистрациям и выплатам. Нет абонентной платы. Вывод заработанных средств происходит без комиссии в любое время. С чего же можно начать? Прежде всего, нужно зарегистрироваться, купить место в клубе, пригласить 2 друга и помочь им повторить ваши действия. Вы сегодня познакомились, как можно превратить 100 тысяч сатошей в 0,717 биткоина за 12 недель, имея всего лишь 2 партнера. И вы видите, что это достаточно легко и просто, и возможно абсолютно для каждого человека, который работает сегодня в интернете.